Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о действии соды на ваши волосы. Очень многие натуралисты моют голову содой вместо шампуня. Что это дает? Во-первых, это огромная экономия. Это раз. Во-вторых, сода ощелачивает кожу головы и исчезает перхоть. В-третьих, волосы становятся чистыми и шелковистыми, пушистыми, мягкими. Шевелюра становится намного объемнее. Что для этого нам нужно? Просто покупаете пищевую соду, она идет и вот в таких баночках, и в обычных упаковочках по 18 рублей. Берем одну чайную ложечку соды без верха. Высыпаем ее в кружку и заливаем кипящей водой. Соду необходимо погасить. Посмотрите, какая пойдет реакция. Наливаем пол кружки. Сода погасилась. И что теперь мы делаем этой содой? Мы моем ей волосы. Основное правило мытья волос содой — это мыть на сухие волосы. Вот пол кружки воды нужно остудить до температуры тела. Зайти в душ, в ванну, в баню, где вы это будете проделывать. Выливать на распущенные волосы, естественно, не помытые шампунем, просто на грязные волосы. И сразу же размыливать рукой. Эффект будет такой, как будто вы намылили голову мылом. Волосы нужно обязательно помассировать как следует вместе с кожей головы. Затем как следует ополоснуть чистой водой. Для того, чтобы волосы были шелковистыми, пушистыми и легче расчесывались, используем для ополаскивания лимон. Точно в такую же кружку выдавливаем сок 1/3 лимона, доливаем прохладной водой комнатной температуры. Лично мне хватает на короткие волосы пол кружки. Для длинных волос возьмите целую кружку. Уже не смывая волосы, отжимаем, сушим полотенцем и, конечно же, лучше дать высохнуть им естественным путем, а уже затем уложить, как вы хотите. Что это дает? Как я уже говорила, волос будет значительно больше на голове буквально через месяц. Они легко укладываются, не топорщатся, не магнитятся, перхоть исчезает, и, в общем-то, вы будете очень довольны. Я время от времени пользуюсь таким раствором для мытья волос, а моя дочь пользуется регулярно. Посмотрите, какие у нее густые, красивые, блестящие волосы. На этот счет она очень сильно заморачивается, использует соду как для масок для лица, так и для волос. Будьте красивыми, дорогие женщины. До новых встреч!